Париж. Город любви, город свободы, город беспечной жизни. Каждый мечтает хоть раз в жизни увидеть Эйфелеву башню или отведать свежих круассанов на берегу Сены. Смотрите, какая прелесть. Да, хорошо. Сделаю вам скидку за красоту. Потом? Простите. Я сделаю вам скидку, потому что вы очень красивы. Как мило. Но для своих жителей город поворачивается и другой стороной. Что вы сейчас сделали? Вы мне свистнули? Нет, я... Это вы мне свистнули, как собачонки? Извините, мадам. Так, козёл. Да пошёл ты, козёл. Все эти маленькие истории делают Париж городом, который и любят, и ненавидят. Да, именно такой он, Париж. 15 июля в 20:30 на телеканале «Самара ГИС».